не допустить сваливания отрасли в штопор. Поэтому сейчас с вами ответить на два вопроса. Что делать? Как исправить ситуацию? Кто это будет делать? Итак, что делать? Немедленно ликвидировать нарушение стандарта ВКАО на уровне исполнительной власти в вопросах безопасности авиации Украины. Речь идет здесь о таких позициях, как национальная программа или государственная программа управления безопасностью полета. Это приложение 19 Чикагской конвенции. Без всяких обсуждений должно быть принято. Точка. Следующее. Мы должны принять обновленную программу на уровне закона. Это управление авиационной безопасностью, это борьба с терактами, это тоже приложение 17 Чикагской конвенции. Весь мир уже ушел абсолютно далеко в вопросах сертификации эксплуататоров. Это наша безопасность с вами, чтобы мы не покупали билеты. И в результате покупки билетов покупали собственную смерть. Так не должно быть. Поэтому действует приложение 6 Чикагской конвенции. Серьезные уровни безопасности полетов там прописаны. И топливная политика, и заходы в предельных метеоусловий, и так далее. Все это отсутствует в наших правилах сертификации. Это надо немедленно устранить. Ну и последнее, что у меня вызывает вообще раздражение полнейшее, то, что на уровне государства взяли, отменили правила расследования авиационных происшествий. Это грубейшее нарушение приложения 13 Чикагской конвенции. Это тоже надо немедленно устранить.